порталу и больше порталов. С вами король порталов и Миша Мол, который меня замуровал тут. Подожди, подожди, я сейчас еще успею наковальню скрафтить. Да не раскапывайся ты! Не, я не понял. Кто вообще додумался отключать ПВП? Теперь вот сиди, придумывай тут, как наковальню сбросить друг на друга. А ты еще выбираешься. Как лопату скрафтить? Короче, уберешь сам потом. Хорошо. Я не знаю, что мы сегодня будем делать. Скорее всего, как и до этого ничего. Но я вот что увидел. Я не хотел тыкать на Мишу. В общем, смотрите, если мы кучу из алмазов нафармим, которые я тут не фармил, а фармил в другом аккаунте, то нам откроется рецепт абсолютной брони, то есть perfect armor. Я не знаю, как это переводится. Идеально. Вот. Перфектно. Но она еще не добавлена в игру, так что я предлагаю нам нафармить на нее, а потом, когда ее добавят, мы будем самыми крутыми. Ладно. Пошли куда-нибудь. Миш, хватит. Ладно, заходи, заходи, заходи. Я в портал захожу, в общем. Надо бы, кстати, добавить стенку за порталом, чтобы нельзя было случайно сквозь него пройти. А, я узнала броне, которая сильно жестко тебя ускоряет. А еще благодаря лагам во время прогрузки мира я увидела одну душу феи. Я не знаю, брали мы ее или нет. Ну хорошо, давай, ты где, Андрей? Я на хабе. Ну, подойди ко мне, Тал. Откуда тут у людей 1222 хп? Ай, ай, ай! Это грибная броня, наверное. Подзол. Это где, Андрей? Я тут торгую с продавцом, который предлагает мне купить подзол за 20 монеток. А ты где? Ты не на 14-м. Я вот, я перед тобой, я тебя нашел. А, все. Ну ха-ха, ты просто привык, что я пшеничный. Да надо текстурпак, где броня невидимая, установить, ты чё? Угу. Типа, тут все равно ПВП же нету. Тут есть ПВП на Колизее. Хорошо, куда мы идем? Я не знаю, я просто... О, дерево. Сюда. Ну можешь порубить дерево, если хочешь. Яблочко, только оно исчезло. А тут можно все рубить? Нет. Тут нельзя рубить. Я не знаю, что можно, а что нельзя. Можно, можно. Только листа что-то не падают. А что сюда зомби приперлись? Миш, сюда зомби приперлись. А ты где? А, вот ты где. Ну, хорошо, давай. Ну, алмазы. Сколько изумрудов на прокачку надо? Да как отсюда выбраться? Нет! А, уйди! На прокачку коллекции? Да, на прокачку изумрудного генератора. Я не помню. По-моему, по 40 с каждой стороны. Да. 40 с каждой стороны. Андрей, приди уже хоть куда-нибудь. Миш, я знаю, что где-то тут есть Fairy Soul. Я пытаюсь найти. Ну, я не знаю. Я вообще хотел найти чуть-чуть алмазов. Ну, давай пойдем в шахту. Ну, пошли. Ты пока иди в шахту, я тебя догоню. Хорошо. Сам знаешь, каким методом. И тут нет... Я, короче, не рублю деревья, я рублю листву с деревьев. Я нашел душу феи! Я нашел душу феи. Ура, это та самая? Да, это та самая, которую я подозревал. Только я теперь тут застрял и не могу отсюда выбраться. Да ладно, зачем? Давай какие-то там еще шахты нашел. Андрей, давай ходить вместе по одинаковым шахтам. Чем давай, иди к лифт-оператору. Давай к лифт-оператору. Алекс, давай меня переправляй к изумрудам. Ой, Андрей. Лол, так, все. О, у меня теперь Warrior 3. Вот это слайм еще. А тут есть луки? Да. А! Есть. Так, давай. А! Андрей, иди за мной! Андрей, иди за мной! Андрей, иди за мной быстрее! Ты не туда пошел! Я не видел, где ты! Вон он, я нашел. Почему? Я тут только что убил слизня. Ты че обнаглел? Че ты заспаунился снова? А ты че со спины подкрался? Андрей, привет! Привет! А я буду с тобой монетки ходить и собирать. Теперь у меня их 18. Миш, иди сюда за мной. Очень. Выгодно. У меня уже 79 монет. Миша, за тобой слизень.
Да, я, наверное, в курсе, но я не знаю. Давай, добываем изумруды. Как? Да ну, он улетел. Наверное. Дурацкий крипер, отстань! Я вынес крипера! Я теперь открыл порох! Один меня к другому отбросил. Откружили! Откружили, вы чё? Минус 19,5 монет! Лол! Да чё тебя постоянно снизу не убивают? Я просто в лифте спустился, он там внутри стоял. Меня сразу убило. Поздравляю. Ну чё, мне нельзя теперь по лифту спускаться? Не знаю. Да-да-да, он тут прям внутри лифта стоит. Меня уже почти убили, но я справился. Нет. Ох, я нашел спуск вниз. О, я нашел алмазы! Миша! Миша! Я тебя вижу! Помоги! Помоги! Что? Помоги! Что? Что? У меня что в ХПшке тут слизень! Ну я если его сейчас трону, он на тебя. Так, вот, туда нужно идти. Вот. Иду, иду. Вот сюда, а под. Нет, 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 нет! У меня мало жизни! Сейчас у нас у обоих будет мало жизни. Ты этого хочешь? Нет. Так, вот не сюда, а вот где-то тут вроде. Вот, да, тут. Иди сюда. Иди сюда, Миш, за тобой слизень идет. А! Иду, иду. Нужна какая-то кирка, которая одновременно и меч. Вот какая-нибудь шипастая кирка, как в Mystic World. Скачивайте Mystic World по ссылке в описании. Вот, Миш, если мы сможем пройти сквозь этого гигантского слизня, мы попадем туда. Самый глобальный и самый интересный датапак в Майнкрафте. Такого вы еще не видели. Андрей, меня почти убили, а ты? Меня тоже! Почти или уже? Почти. Если бы вы убили, тебе бы написали в чате. Я тут же, около этого гигантского слайма. Андрей, а тут вот эта нора, в которой я люблю сидеть. Миш, ну иди сюда! Куда? Я не вижу, где ты. А, вот ты где. За нами идёшь! Тебя убил! Нет! 337 коинов! Ну ты помнишь, где это место находится? Ага, ща. Ща, ты там меня жди, подожди. Андрей, привет. Привет. Сюда очень легко пройти просто вообще пару шагов. Да? Да. Ох. Я его как-то ударил, но он ударил меня. Миш, его завалили! Меня убили. Потом. Ура, я нашел его. Он все время был так близко. Миша, у меня есть 9 алмазов. Мы можем алмазные кирки скрафтить. Жесть, Андрей. Ну ладно. Я стою перед лифтом, и тут просто меня окружили слаймы. Понятно. А я пытаюсь тпшнуться на наш остров. Ох, вы уже один из наших миньонов. Это надо на... Это... Фу ты, на картинку к видео поставить. Ага. Так, я подобрал миньона нашего, сейчас улучшу. Все, у нас теперь второй миньон. То есть второго уровня. Ура, до третьего еще раз сколько надо? До третьего 12... нужно по 40 изумрудов с каждой стака. Стороны. 32 стака или сколько? По 40 изумрудов с каждой стороны. Это не так много, как ты думаешь. Почему у меня 102 из 100 маны? А, 10 раз по полстака, да? Мы посчитали. Нет. 5 стаков? 8 раз по 4, по 40. 8 раз по 40, 320. Это 10 раз по полстака. Значит, 5 стаков нужно. Ну, не так уж и много. Ну что, Эмеральд Миньон 3. Отлично. Уи, давай, ставь его. Он теперь это, короче, самый крутой наш миньон. Ни у кого еще третьего уровня нету. И что теперь, чем он круче? Ну, он теперь быстрее добывает. А еще на втором уровне у него стало 3 сетки.
Следующая будет на четвертом. Миш, дай мне всю слизь. Ты где? Дай мне. На, слизь. Держи, я ее в сундук сунул. Хорошо, ща возьму. Займем шестое место для миньона. Я забыл, где она лежит. Нам нужно установить слаймового миньона, и мне одеть нужно слаймовую шапку. Я тебе, кстати, тоже сделал. Ура! Я тут, Андрей. Давай, клади в сундук. Сейчас дам. Вот, я положил с лутом из монстров. Зачем? У нас же есть кирочка. Ха, прикольно. Она дает плюс 50 хп, у меня теперь 160. А у тебя 158. Откуда у тебя еще Так я в той серии, в которой тебя не было, много фармил. А еще я скрафтил слизневого миньона. Ой, что ты сделал? Да ну, я хотел слизневого миньона. Миша, это не совсем то, что я хотел. Ткнуть по нему можно и отсюда, и потом упасть сюда. Но зато тут здесь пустая дырка. Все, так намного лучше. У меня есть кирка. Новая, алмазная. Магнетик, талисман! Миша, у меня появился рецепт магнитного талисмана. Ты помнишь, что это такое? Мы сможем притягивать к себе вещи. В 5 раз увеличивается зона притяжения. Миша, не выбрались! Это я его выброс. Строитель. О, Миш, у строителя можно купить воду. Вот, я тебя вижу. Иди за мной. Вот, тут продавец. Кузнец оружия. Этим мечом очень много кто пользуется, поэтому я его хочу купить. Но у меня не хватает денег. У меня зависло все. Куда ты бежишь? У меня все зависло. Окей, за тобой гонятся зомби. Я тебе помогать, конечно, не буду. А, вроде отвисла. О, очень вовремя. Где я? Ты на кладбище. Может, пошли давай на сразимся. Ферму? Миш, пошли на ферму. Давай сразимся. Хорошо, окей. Я выиграю, у меня 160 жизней. Так. На Колизей идем. Я иду на Колизей. Так, вот я пришел. Миш, я на Колизей, иди сюда. Я спускаюсь вниз, да? Да какое вниз? Я на Колизее. Wilderness. Что это такое? Меня сейчас туда тпхнут, походу. Ну тут ты. Где ты? Где ты? Я не понимаю, где ты. А, я не попал по тебе. Я не знаю, как сражаться. Я не знаю, как побеждать Мишамалкина безумного. Да что ты такой жесткий? Ты по мне попал 2 раза и говорил, что не попал. Ты слишком... Что, я победил? Да. Давай еще раз. А, я ты не... теперь на спауне, да? Нет, я тут. Я тут, я деньги не потерял даже. Я не хочу проигрывать. Нет! Давай я буду киркой сражаться. Давай. Я тоже тогда. Я не знаю, какая кирка более сильная, но поэтому алмазная. А, хотя нет, твоя наверняка более сильная. Сколько я тебе нанес? Сколько я тебе нанес? Я не вижу. 1,5. Как ты меня так сильно атакуешь на таком расстоянии? Алло, как ты на таком расстоянии атакуешь? Окей. Давай еще раз. Нет, я не хочу, я хочу уголь добыть. Давай еще раз. Ты будешь с мечом, я с ножницами. С ножницами будет очень долго убивать. Не, давай не с ножницами. Миша, сколько нужно это угля, чтобы скрафтить 5 угольных блоков? Давай ты с мечом, я с киркой, потому что с ножницами там у них вообще урона нет. Миш, 5×9, сколько? Да я не умею попадать по тебе! Ты как-то на огромном расстоянии атакуешь! Как? Как? Вам нужна новая прическа! Нет! Че так жестко? Не! А, да, я смог! Я выиграл! Ну ладно! Миша, 5×9! Сколько? 5×9! 45! Спасибо, я уже посчитал. Значит, мне хватит. Хватит шифтиться, я крафчу уголь. Кто монетку кинул?
Но в итоге ее. Я ее кинул. Тут какой-то человек подошел, а думал, он хочет сражаться, я кинул монетку. Миш, пошли на ферму. Миш, иди сюда на ферму. Издалека такая ферма, да, там растет пшеница. Да, а в близости где пшеница? Все такое красивое, золотое. А когда ты прилетаешь и попадаешь, тут полная анархия. Все разгромили. Ужас какой-то. Ладно. Летают какие-то снаряды белые вот эти. Я не могу на это смотреть, я пойду вперед. Ну, в общем, копи 80 свинины, безумец. А я буду собирать бобы какао. Ох, тут есть тростник, шикарно. Тростник. Это единственное место, где есть свиньи, вот этот сарай. Да, и загон около этого сарая. А загон? А где загон? Ну там около этого сарая есть загон, в нем свиньи тоже появляются. Ох, а тут кактусы есть. Впервые за долгое время я да вижу... почему? Я убиваю свинью, тут какой-то ВФК стоит, и ему все прилетает. Наверное, он с магнитом, у него есть этот что-то? Талисман, про который я тебе уже говорил. Ему все прилетает просто. Ну, значит, у него талисман. Да это вообще самый читерный читер. Давай скрафтим этот талисман в следующей серии. И встанем в сарай ВФК. Да, давай, действительно, хорошая идея. А я буду так. И будет серия. Стоим в АФК 10 часов. Да зачем серия? Просто сними стрим. Да, да, да. Так, ну ладно, я пошел на наш остров крафтить из 5 угля и 3 листочков какую-то ерунду. Очаровательная книга. Все, у меня есть. Я тебе привел очаровательных малышей. На тебе порож. Андрей. На тебе порож. Ты не кристальный слайм, ты мне не нужен. Что ты сделал? Это чтобы их приводить. Андрей, уйди! Миш, сделай наковальню. Хотя ладно, ты ничего за всю эту серию полезного не сделал, значит я ее сделаю сам. Конец. По-моему, есть новые, более лучшие претенденты на превьюшку к видео. Который сейчас меня убьет? Да. Хочешь сказать, что за мной играет? Подожди, а как только ты выходишь из инвентаря, он тебя может бить, а до этого не может. Ну да. Тогда все. О, я... давай ты просто, Андрей, давай ты просто в ФК встанешь в инвентаре, и тут накопится куча. Нет, они меня бьют все равно, они меня все равно бьют. Подожди, я должен установить наковальню. Все, готово. Ой, не то поставил. Миша, я в наковальне чарю кирку. Все, Миш, смотри, что у меня есть. Это алмазная кирка. Смотри. Миш, ну посмотри. У меня есть алмазная кирка. Она зачарена на плавящее касание. Ура! Молодец. Все, выходим, до свидания. Так, ну ладно, всем пока, нужно сейчас забрать то, что сделали миньоны. До свидания. Дули-дули. О, 16, неплохо. 16? Он собрал 16? А вот этого полное хранилище. Брейк и собрал. Миша! Что ты вырос? Отстаньте. Отстаньте! Мы должны серию уже заканчивать. Он меня не трогает, он молодец. На тебе пшенички. Молодец. Да куда? Я рыл тебе яму, упал туда сам. То есть меня подтолкнул слизень. В смысле, тут тоже монеты тратятся, когда падаешь? Да. То есть когда тебя убивают, тратятся. Андрей, а если под вот этим добывать землю, он ее поставит? Не знаю. Нет, не поставит. Я сейчас тебя зарублю сейчас. Все, до свидания. Ну ладно, всем пока. Андрей, я вытелепортовываюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока.